Всем привет, дамы и господа, с вами, как всегда, Арнаран. И в House Flipper вышло новое обновление, то есть DLC. Привет, флипперы! В этой версии мы хотим представить Out Now Getting Steam House Flipper Pets. Хорошо, животные. House Flipper, флипперы, марте 2021-го. Черечой. 10. Новая DLC-шка. 10 новых, 11 новых работ. Нормально, я понял. Мы представляем, продолжаем играть в эту игру. Ага. Реально, продолжаем. Продолжить игру, новая игра DLC. Вот, смотрите. Был вот такой вот ядерный. Киберпанк, Garden Flipper, House Flipper, GTTV, Luxury Flipper и House Flipper Pets. Продолжаем игру. Мне не нравятся детские игрушки, я не хочу иметь детей. Так. А вот и наш House Flipper. Загрузился. Наверное, мы не пойдем сегодня. Вот, смотрите. Карта заказа. Вот. То есть я не дорос еще до этого. Мне еще вот этот ТВ надо пройти тоже полностью. И лакшери. А на почту. Только же нового члена семьи. Привет, привет! Моя красавица жена наконец-то забеременела, и мы теперь в хлопотах, как никогда раньше. Хоть и очень счастливы, я сам без понятия, чем не заняться сначала. Так много вещей еще нужно сделать от рождения моей маленькой принцессы. Мы уже знаем на 100%, что это будет девочка. Мы купили прелестный маленький домик для нашей троицы. К сожалению, там следует хорошенько убраться, подготовить комнату для ребенка. Я надеюсь, что могу доверить это тебе. Еще очень прошу подготовить комнату для ребенка, купить кроватку, пленный столик, может еще какие-нибудь игрушки. Я в целом полагаюсь на тебя в этом процессе и обязательно покрасить стены в комнате нашей принцессы в светлый розовый цвет. Заранее благодарю за помощь. Уже скоро счастливая папочка. Марк. Угу. Ух ты. Похоже на дом. Будущий дом нашей принцессы. Так, вот такой вот у них домик. Сажу, убрать мусор, очистить грязь. Ну, конечно, ща очистим. Все для маленькой принцессы. Все так. Так. Тик-тик-тик-тик-тик. Красиво мы все делаем. Очистили, все. Отлично. Чистить грязь. Помыть окно. Давайте помоем сразу же. Чтобы толку так нету. Не откладывать окно потом. И почистим ванну. И всю эту грязечку, которая тут валяется у нас. Ладно. Так, тут все. Нет. Не все. Где у нас тут еще? Вон. Нет. Еще где-то. Йоко-какал. Это чищу все прям намертво.
А, во, все. Пойдете в эту комнату. Ты. Ну, то там пустенько надо убрать. Все вот это вот. Весь этот мусор не нужен. Так, теперь мы моем. Чистить рай, помыть окно. Четыре окна. Четыре окошка у нас тут. Может помыть. Это считается как за два или за одно? А еще тут два окна. Рядышком есть. Нет, фиг тебе. Халявщик. Хорошо, мы моем быстро. Оперативно, так сказать. Оперативный айрон. Айрон хороший мойщик. Дорогие друзья, вот я нашел грязюку, все. И последнее, помыть окно у нас. Все, теперь вымыли окно. Мы с этой комнаты закончили. Переходим к этой. Тоже я все убираю. Грязь очистим. Такая вот красота у нас. Ну, по сути, все. Или нет? А давайте по-моему окно хотя для начала. И второе окно. Тут только грязь где-то осталась. Где? Фиг пойми. О, застелим, конечно, кроватку. Клининг, так сказать. Это клининг. Уборщик выехал. О, смотри. Ну как хорошо. Кровать отодвинул и все. Так ее да, надо придвинуть. Хорошо. Все, с этой комнаты мы тоже все. Осталось у нас только вот эта комната. Тут, вот тут вот будет маленькая девочка жить. Как я понял. Так. Пусть следует какие. Не оттираются. Ой, как хорошо. Чистенько. Когда чисто в доме, тогда и царит хорошее что-нибудь. Так. Ура, я вымыл весь дом. Помыть окно. Ну так и все, посмотрите. Что окно не вымыто и все. И второе окно. Все, сейчас дом полностью чист. Покрасить в цвета. Вот такой вот постельный. Давай тогда покрасим.
Так. Аккуратно красим по одному. Процентов 100 этих таких вот стенок небольших. На краску. Почти это две стенки покрасил. Я могу закончить, но все же я супер клининг. Я должен прям все выполнить и сделать. Супер клининг. Уже 60. Эту стенку перекрашивать 80%. Почему? Ну тут уже пару осталось. Вон тогда нам придется вот такую вот маленькую за 10 баксиков купать. Все. Теперь можем продавать. Так, детская кроватка. Где у нас остается вот так вот? Покупаем. Вот такой вот стеллаж. Стеллаж прикольный, кстати. Так. Такая штука малыша. И пуф. Не знаю, нафига тут пуф. Или... А, два пуфа надо. Так, теперь смотрите, мы можем вот так вот сделать. Все, 100%, 6000 баксов. Да, конечно, завершаем этот заказик. Вот такой вот тасу получился хороший, добротный. Все. Так, у нас есть 32 000. Можем, конечно, сейчас это что-то тут понаделать. Нам нужен шпатель. Ладно, поехали на другую миссию. А, у нас же была вроде бы миссия какая-то. Да, вот он. Это миссия, которую мы в прошлый раз не сделали, да. Мы ее не сделали.
Ванчики сожрики, а. Некрасиво же смотрится. Ладно, поубирали. Нужен топор. А, вот. Красить цвета лимончик. Сразу же тут ставим. Светло-серый. А, светлый персик. Опять светлый персик. Подвальчик. Нет, тут ничего не нужно. Так, это улица. Сонная синева. Это улица. У нас есть раз, два, три, четыре. Четыре комнаты. Давай с неё начнём. Быстренько, так сказать. Тут уберёмся. То есть покрасим стены сомбровую, синевую. Смотри, это тут вперемешку. Ну, то есть... Нехороший ремонт, так сказать. Лучше нельзя было сделать. Ну тогда для меня работа по нему. А такой геймер, кстати, ну типа красить в реальной жизни. Целую комнату покрасить. Попробуй. Полгода будешь ее красить. Флаг Украины. Ладно, пропустим. Просто добавился этот пэтс. Конечно, было бы круто, типа, новый DLC. Ну, я вообще, типа, пару серий только вышел по этой игре, и все. Новое очко умений. Новое очко умений. Сейчас посмотрим, что там за очко умений у нас. Умения. Краска быстрее. Нет, полезная вещь. Краска быстрее. Понял. Теперь мы можем спокойно это продать. Спальня все. Коридорчик у нас есть. Наш замечательный коридор. Так, вот красим, красим. Ну, плюс очко умений, конечно. Крючки. Коридор, в принципе. Так что это тщательно красим без халтуры. Надеюсь, когда жильцы придут сюда, я офигеет от восторга. Какая у них красивая прихожая. Какая у них красивая спальня, вторая спальня и гостиная.
все так помыли. Ой, то есть сделали. Ты можешь взять покраску? Сейчас вот этот персик. Смотри, какие тут картины. Прикольно. Набираем красочку. И красим дальше. 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 Еще раз дальше. Хорошо, все. Больше уже 50% покрасили. Везде тут растительность. Я думаю, бежевый цвет очень будет хорошо гармонировать. Я могу завершить заказ. Зачем? Вот реально, зачем? Я же еще полную сумму не получила, а уже говорят мне, хочешь завершить заказ. Ага, давайте еще. Попляшите мне тут. У нас эта комната тоже теперь готова. Осталось только это. Светлый персик. Тут, по-моему, весь дом светлые персики. Ну, я думаю, закончим. Я думаю, закончим сегодня и этот заказик. Что, ну, грех. Это просто кинуть так. Смотри, о, эти стены, они разного оттенка все. Это 8300. Эту кисточку. Так. Мам, аккуратненько и потихонечку. Ой, то есть красим. Моем. Моем. Красим. Мы это все красим. Такие небольшие вот такие вот уголочки. 51% уже покрашен от этой комнаты. Так, набираем красочки. Значит, у меня, наверное, маленькая стена, в принципе. Ну, то есть, комната со стенами. Чтобы покупать прям огромную краску для этой комнаты, не надо, я думаю. Смысла нет. Вот, смотри, тут уже под конец идет. Наш корт краски хватит.
хватило. Господи, хватило. Ура! Смотри, все. Все сделано. Совершить заказ. 4600 баксов мы получаем. Да, конечно же. Ну тут бы чисто покрасили всего. И вся. Ролик вышел вроде бы на 30 минут. Нормально. Тут немало времени, кстати. 37 тысяч баксов. Я могу сейчас купить. Да, 37. Сгоревший дом, либо же дачу. Ну. Я бы хотел бы его бы отреставрировать. И что-то с плиткой как-нибудь. Вот, вот сюда вот так вот. Короче, это все нас ждет. В следующей серии только. Ну, а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, а с вами был, как всегда, Iron Run. Всем пока-пока.